Борцы не жалеют сил, зрители своих голосов. Турнир имени Джалиля – одно из самых знаковых спортивных событий года, поэтому здесь важно стать первым. Из турниров самый престижный турнир, кстати. Победитель этого турнира, он очень престижный. Даже он по своему, значит, значению, он даже выше, чем чемпион Татарстана. Такая ответственность не случайна. Турнир проводится в честь героя, поэта Мусы Джалиля. Этот турнир в честь юбилея нашего героя, поэта Мусы Джалиля, проходит в 58-й раз. Снова на высшем уровне его организовывает наша центральная газета «Ватаном Татарстан». Не случайно, потому что Муса Джалиль работал в газете «Кызыл Татарстан». Его первые стихи были опубликованы в нашей газете. Сегодня здесь театрализованно вспоминают все главные вехи жизни поэта. Вот он в фашистских застенках клянется в любви к своей родине. А вот навечно замер как символ борьбы с фашизмом. Когда-то сам Муса Джалиль написал про эти места. «Прощай, Мензеля, я был у тебя в гостях». Но здесь считают, что он навечно с ними. К его памятнику сегодня снова возложили цветы. Может, он сам и не боролся на поясах, но своими стихами, своим характером и любовью к родине он тоже был настоящим борцом. Борцы считают, что победить здесь сродни подвигу. Муса Джалиль – вечный герой турнира. Рамиль Шайдуллин, Шатаюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Мензелинск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.